В Центре содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прошел необычный урок. Ребята вместе с воспитателями подготовили сценку на тему «Правила дорожного движения». Подробности далее. Это одновременно и акция ГИБДД, и практическое занятие. Сказочные персонажи Маша и Медведь наглядно показывают, что может случиться, если не знаешь правила дорожного движения. Обычно подобные уроки проводят инспекторы ГИБДД, но в этот раз они в качестве гостей. Ребята Центра содействия семейному устройству подготовили сценку на знания ПДД. Одной из основных задач ГИБДД – это профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Мы часто проводим такие занятия, семинары, уроки по правилам дорожного движения. В этот раз детки детского дома сами подготовили нам сценку, пригласили нас в качестве гостей. Благодаря необычным урокам по правилам дорожного движения ребята из детского дома узнали о значении сигналов светофора, а также изучили правила безопасного поведения на дороге. Детям надо в игре. Она больше усваивается наглядно. Мы сделали здесь вот стенды, как вы видите. Это тоже наглядность. Они обращают внимание, они смотрят, они задают много вопросов. У них больше интереса возникает. Красный – стой, желтый – жди, а зеленый – свет – иди. Теперь ребята знают правила ПДД на зубок. Ведь они их не просто выучили, но и применили на практике. Правда, пока только в игровой форме. Светофор для того, чтобы знали все водители, все пешеходы, как нужно действовать. В завершении мероприятия все ребята получили в подарок от инспекторов светоотражающие сумки и раскраски. А вот воспитатели подготовили детям книгу с памяткой правил дорожного движения. Виктория Беляева, Егор Гриц, новости Славянки.